Друзья, давайте поприветствуем. Москвин, город Москва. Ник Браун, город Санкт-Петербург. Две извечные столицы, дружат они или нет, я не могу сказать, но эти ребята до апогея довели всех, постоянно встречаясь на абсолютно разных этапах всех батлов. Ну что, сегодня они подготовили вам несколько интересных раундов. Их будет примерно 5, может чуть больше. Итак, первый раунд, который будут показывать нам ребята, это мастерство владения своими драм-машинками под медленный бит. Давайте посмотрим, как это. Что это было? Это был Ник Браун. Окей, ну что ж, первый раунд прошел, за ним второй раунд. Быстрый бит. Оу! Это было действительно круто. Это был Ник Браун. Вот это да! Москвин.
На прошлом батле Маскин говорит, что не сыграл этот пак, но у него есть время сейчас показать нам его. Маскин ворвался, будто торнадо с этим новым паком. Да, это действительно очень мощно. Ну что ж, медленный был, быстрый был, но не было барабанов. Давайте узнаем, что ребята подготовили нам. Ну что ж, да, сейчас будет четвертый раунд. Мы видим, что ребята используют 10 пальцев, это две руки по 5 пальцев. Они используют для того, чтобы стучать по своим клавишам, да. Но давайте узнаем, смогут ли ребята сделать то же самое, но с помощью одной руки. Ударные одной рукой.
Окей, посмотрим, что нам ответит Москвин. Отлично, отлично. А я думал, он пошел ему руку пожать, а он взял бас-гитару. Это означает, что сейчас будет пятый раунд. Один из битмейкеров будет давать другому басовую партию, ритм секса. Другой подстраивается под него, и они вместе делают нам музыку. Что скажете? Как насчет этого? Я вас не слышу. Как насчет этого? Отлично. Ну что ж, давайте посмотрим, что будет, если ребята поменяются местами. Я буду коварен. Отлично. Коварный бас. Yes. Ну что ж, отлично. В рамках вопрос-ответ. Ребята, а у вас вот все порознь, один с одной стороны, другой с другой. Что-то, может быть, совместное попробуйте сделать. Еще треки есть? Ну давайте послушаем тогда ваши треки.
Да. Абсолютно не хочется вмешиваться в этот баттл, чем я и займусь. Ник Браун. We'll be right back.
Что делать? Оу! А можно мне нажать? Валей, жми! Стоп! Малыш, малыш, как же ты нас на***л? Валей, жми! Валей, жми! Thank you.
Что это сейчас такое было прямо на наших глазах? Друзья, Ник Браун! Москвин! Что это было?